находимся на станции Внуково. Это одна из станций 4-го диаметра, находится на Киевском ходу. В настоящее время здесь проходят пусконаладочные работы по цифровизации данной станции и включению новой микропроцессорной централизации типа МПЦ-Л. Новая централизация позволяет повысить пропускную способность, позволяет уменьшить межпоездной интервал. То есть это означает для пассажиров то, что электрички будут чаще ходить. Повышает безопасность движения поездов, и улучшает условия работы обслуживающего персонала. То есть нет выносного табло, больших манипуляторов релейного типа, все скомпоновано на автоматизированном рабочем месте дежурного по станции. МЦД-4 от станции железнодорожной до станции Апрелевка будет полностью оснащена микропроцессорными системами управления движением поездов.